Вечер в хату, дорогие любители пощекотать себе нервишки. Сегодня у нас с Порнетом для вас есть не совсем обычная история, главные герои которой столкнулись с чем-то необычным и пугающим. Причем не в темном переулке или безлюдной подворотне, а высоко в горах, где никто не сможет прийти к тебе на помощь. К тому же ситуацию усугубило большое облако тумана. Ёжик! Лошадка! Почему? Почему, мистер Порнет? Пойми, чего вы это делаете? Зачем? Зачем продолжаете бесить меня? Неужели вы верите в какую-то миссию? Или вы просто давно не жрали? Это свобода? Правда? Может быть, мир? Или вы боретесь за любовь? Вам пора это увидеть, мистер Порнет. Увидеть и понять. Вы не можете победить. Продолжать выводить меня из себя бессмысленно. Почему, мистер Порнет, почему вы упорствуете? Ну, потому что мне это нравится. Ты не мог ничего лучше придумать? Нет. Ладно, ответ исчерпывающий. Что же приготовил туман нашим героям? И смогут ли они вырваться из цепких лап животного ужаса? Это мы сейчас и узнаем. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и слушайте. Тень в тумане. Когда я был маленьким, еще учился в школе, отец часто брал меня с собой в поход в горы. Однажды мы сильно задержались, не заметив, как уже стало темнеть. Густой туман лег на землю, и мы с трудом могли разобрать дорогу. Отец держал меня за руку, чтобы я не уступился и не упал. Когда мы спустились вниз, я заметил небольшую темную фигуру перед нами. Отец неожиданно очень сильно сжал мне руку. «Ай, папа, больно!» – воскликнул я. Отец взглянул на меня. На его лице был неподдельный ужас. «Закрой глаза!» – рявкнул он. «И не открывай их, пока я тебе не скажу!» Он сказал это таким тоном, что я немедленно послушал его, не задавая лишних вопросов. Так, крепко держа меня за руку, он провел меня через туман. Когда, по моим расчетам, мы проходили мимо того места, где я заметил темную фигуру, я услышал слабое бормотание. Всю оставшуюся часть пути отец молчал. И только почти у самого дома он наконец позволил мне открыть глаза. С тех пор он не разговаривал об этом и отказывался рассказать, что это было. Прошло 20 лет. Я приехал к отцу в гости. Мы распили с ним бутылку водки и побеседовали по душам, как отец с сыном. Мне вспомнился тот случай в горах, и я осмелился снова спросить об этом. «Помнишь ту небольшую фигуру в тумане?» — сказал я. «Что это было?» Мой отец какое-то время молчал и потом тихо прошептал. «Это был ты». Произнеся это, он осушил свой стакан и наотрез отказался говорить об этом дальше.